Ну да, сдался режим и ушел. Как вы поняли, что в этом гараже находится майнинговое оборудование? Ну, слышимость. Сколько вы таких гаражей вскрыли? 3. И за сколько вы продавали это оборудование? Ну, минимально 60 тысяч. Легкие деньги, голову хуже. Ну, он слушал и говорил, какие... Как вы вскрывали гаражи? Ну, он был готов. Что вы потом делали с этим оборудованием? Ну, одну продали машину. А другую? А остальные хотели оставить.